Спасибо, что согласовал со мной обед и помог выбрать наш свадебный торт. Эй, ты тоже ответила на звонок? Помнишь, мне предложили должность главы финансового отдела? Да, и ты сказала, что откажешься? Я просто не знаю, будет ли у меня еще один шанс. Такое бывает раз в жизни. А как же наша свадьба? Мы просто отложим ее? Мы просто отложим свадьбу? Я не хотела прерывать. Ничего. Я просто жду свой урок. Помните, в детстве я ходила на танцы? А почему ты спрашиваешь? Я просто задумалась. Почему я прекратила? Вот. Можете надеть мои. Они чистые. Дело не в совершенстве. Танцы не имеют к этому никакого отношения. Простите. Так высоко? Почти. Давайте продолжим с того места, где мы остановились, ладно? Хорошо. Вот это вы зря. Что? Нет. О, да, это вы очень зря. Осторожно, скользко. Роман. Реакция глаз в норме. Как ваша голова? Все нормально. Ты будешь в порядке? Как ты себя чувствуешь? Ты готовишь? А что? Не знаю, я просто думал, что ты предпочитаешь еду на вынос. Кажется, я немного переварила яйцо. Да, прости, это ужасно. Симпатичная, лучезарная и улыбка такая же озорная. Это потрясающе. Поздравляю. Спасибо, большое спасибо. Это серьезно, так что... Я не подведу. Но я посмотрю расписание и скажу тебе точно завтра. Конечно, да. Хорошо. Мама? Роман? Это Эвери. Здравствуй, Эвери. Так между вами двумя что-то происходит? Нет, почему? Может, стоило бы?